Приветствую вас, друзья! С вами Артем и компания Система. Сегодня у нас на обзоре трактор китайского производства Zoom Leon 130 модели на 130 лошадиных сил. И это значит, что этот трактор непосредственный конкурент знаменитого МТЗ-1221. И сегодня мы узнаем, чем же этот зеленый красавец так хорош и стоит ли опасаться его минскому другу. И начнем с самого главного. Это сердце любого трактора, его двигатель. Здесь установлен 6-цилиндровый двигатель фирмы Yuchai на 130 лошадиных сил. Он турбированный, мозги, вся электроника, здесь стоит Bosch. Все мы знаем болезнь трактора МТЗ-1221. Он перегревается. То же самое относится и к тракторам Т-150, К-700 и так далее. Все эти трактора при интенсивной работе очень сильно перегреваются и приходится останавливать работу, чтобы его охладить. Здесь, как вы видите, установлены целых 4 радиатора. Нижний поменьше – это охлаждение гидравлики, кондиционер, интеркулер и далее основной радиатор для двигателя. Эта емкость у нас для фреона, чтобы работал кондиционер. И да, в этом тракторе в базовой комплектации сразу идет кондиционер. Обращаю ваше внимание, что здесь установлено целых 3 фильтра для очистки топлива. Все мы знаем, что у нас в России, к сожалению, качество топлива оставляет желать лучшего. Здесь про это можно не переживать, так как здесь установлен, первое, это сепарирующий фильтр. Далее у нас стоит фильтр грубой очистки. Сюда уже поступает более-менее очищенное топливо после первого фильтра. И далее стоит окончательная очистка, то есть стоит дополнительный третий фильтр. Интересный момент. Если у вас закончится топливо, здесь установлен специальный электромотор, который прокачает всю вашу топливную систему и удалит из нее воздух. И вам не надо будет, когда у вас вдруг закончится топливо, бегать вокруг трактора, что-то там прокачивать, откручивать трубки, выдувать воздух и так далее. Но топливо у вас не закончится, так как здесь установлен топливный бак увеличенного объема на 300 литров. Этого вам хватит на целый рабочий день. Здесь у нас установлен воздушный фильтр, и он тоже со своими особенностями. Все мы знаем, что при работе в поле, особенно в жаркую погоду, когда за трактор зацеплена какая-нибудь барана, там зубовая или дисковая, поднимается очень большое облако пыли. И вся эта пыль через воздушный фильтр засасывается в двигатель. Но, опять-таки, здесь есть своя особенность, которая защитит ваш двигатель и, в первую очередь, воздушный фильтр от такого грязного эффекта. Перед тем, как воздух попадает непосредственно в основной фильтр, он поступает в так называемый циклончик. Здесь у нас идет первичная предварительная очистка, где собирается вся мелкая пыль. Здесь визуально можно контролировать, то есть это у нас все прозрачное, визуально можно контролировать степень наполнения. Тракторист выходит, видит, что у него здесь наполнилось пылью, просто откручивает, все это вычищает, высыпает и обратно закручивает, садится и дальше едет работать. Кроме того, что вся эта система продлевает срок службы основного фильтра, и так как здесь установлена турбина, а она любит чистый воздух и чистую соляру, в этом тракторе здесь все это очень хорошо реализовано. И ваша турбина вам прослужит гораздо дольше. И обращаю ваше внимание, как высоко, то есть как широко открывается капот. Все везде видно, везде можно легко подлезть, провести какие-то работы. Это, мне кажется, очень удобно и практично, и ваш механизатор и водитель трактора вам только скажет спасибо. Ну и пока мы находимся спереди трактора, сразу обращаю ваше внимание, что дополнительные груза сразу идут в комплекте, за них не надо доплачивать. Здесь 13 плашек по 40 килограмм. То есть вы можете дополнительный вес регулировать в зависимости от того, какое будет у вас сзади оборудование. И раз уж речь зашла про доп. Груза, на задние колеса тоже сразу в комплекте, в стандарте, идут дополнительные грузики. На каждом колесе по 240 килограмм.
И переходим в заднюю часть. Здесь у нас трехточка уже современного типа, такого европейского. Так называемые крюки, они идут под шары. Два гидроцилиндра на подъем-опускание навески. То, что они здесь такие открытые, это очень удобно на самом деле для какого-то обслуживания, замены. Просто если где-то вы увидели, что у вас что-то где-то подтекло, там гидроцилиндр как-то плохо работает, они в легком доступе, всегда можете подлезть, что-то открутить, поменять. Это очень удобно, в отличие от, опять-таки, наших МТЗ, всеми любимых. У нас был случай, мы агрегатировали МТЗ-1523 с мульчером, и по приезду на объект оказалось, что трехточная навеска, она не поднимается. Наконец-то разобрались, в чем причина, почему у нас трехточка сзади не поднимается, почему гум греется. Для этого пришлось вот настолько разобрать трактор. Это видео есть на канале, поэтому можете посмотреть. Очень все наглядно показано. Ну а здесь у нас хвостовик ВОМ. Сейчас здесь установлен на 6 шлицов. Но в комплекте, в ZIP-е, идет сразу хвостовик на 8. То есть в любой момент вы можете этот маленький на 6 шлицов открутить, вытащить его, поставить новый, также их закрутить. Никакого масла, никакого там солидола, еще чего-то вы не измажетесь, не испачкаете. Просто откручиваете, ставите новый, закручиваете. Здесь делов на 5 минут. Здесь у нас гидровыходы, ресивер. Очень удобная вещь. То есть вы можете в любой момент, не дай бог, подкачать ваши колеса, подключить прицеп. Здесь у нас розетка на пневмотормоза. То есть вы подключаете прицеп, подключаете пневмотормоз. Когда едете с прицепом, начинаете тормозить трактором, тормоза прицепа также начинают останавливаться. Ну, это очень удобно и безопасно. На всем тракторе установлены LED-фары. Это очень современно, безопасно, так как эти фары очень ярко светят. И неважно, там днем или ночью вы будете ехать, ваш трактор будет заметен. Ну а теперь переместимся в кабину. Также обращаю ваше внимание, какой удобный и легкий доступ. Дверца широко очень раскрывается, что позволяет, в принципе, трактористу, скажем так, любой комплекции подняться в эту кабину. Кабина очень просторная, панорамная, ничто не мешает обзору. Очень удобное подпружиненное сиденье, то есть можно под свой вес подогнать и ездить по каким-то неровностям, кочкам будет очень удобно. В самой кабине все рычаги, скажем так, стандартные, ничего здесь сверхъестественного нету. Любой тракторист разберется. Здесь у нас переключение скорости ВОМ 540 тысяч, это только переключение. Само включение ВОМ вот на этом рычаге происходит вот так. Это его выключение. Вниз опускаем, ВОМ начинает работать. Далее у нас включение-выключение полного привода. Здесь педалька, блокировка заднего моста. Вот этот рычаг включение ходоуменьшителя. Ходоуменьшитель тоже одна из особенностей данного трактора. Он стоит в базовой комплектации, за него не надо доплачивать. Ходоуменьшитель нужен для того, чтобы трактор смог двигаться со скоростью меньше 2 км в час. Это нужно для работы с мульчером, ротоватором и с некоторыми почвофрезами. Здесь у нас идут рычаги для переключения скоростей. Здесь их 16 вперед, 8 назад. Здесь у нас идет пониженное, повышенное, ручной газ. И далее идет управление гидравликой и всей трехточной навеской. Здесь у нас это ручной тормоз. Тут у нас как раз таки идет опускание вверх-вниз самой трехточки. И вишенка на торте данной кабины — это кондиционер. За него не надо доплачивать, он идет в базовой комплектации. Также здесь
люк, козырек от солнца, магнитола. В общем, все прелести для комфортной и долгой работы. Итак, друзья, вот такой вот интересный трактор Zoomleon 1304. Составит ли он конкуренцию МТЗ 1221? Интересный вопрос. Что думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Цена данного трактора 5 миллионов. Цена двенашки 4 миллиона 200. Да, дешевле. Но в МТЗ 1221 нет кондиционера, нет ходоуменьшителя, его вечные проблемы с перегревом, плюс очень долгое ожидание. Данные трактора сейчас в наличии, их 4 штуки. Кроме того, всегда есть в наличии запчасти, расходники, масла и так далее. Ну а если остались вопросы, есть желание приобрести данный трактор, контакты, номера указаны в описании. Также вот здесь есть наши номера. Поэтому звоните, пишите, все расскажем и покажем. Ну а с вами был Артем и компания «Система». Всем пока! И может быть, благодаря таким тракторам, как Zoomleon, в Минске наконец-то поймут, что пора уже делать трактора более современные, более надежные, сделать, скажем так, шаг вперед к своему непосредственному потребителю, чтобы он, трактор МТЗ, работал в поле, а не стоял где-то постоянно в ремонте.